привет! Привет, кто зашел сегодня ко мне на канал в гостях у Павловны. Перед вами самый незатейливый набор продуктов, который сейчас я нарежу, и эти продукты все будут у нас в салате. Что у меня здесь? Зеленый лучок, помидорки, огурчик, 2 яйца. По рецепту нужен козий сыр. Ну, вы знаете, козий сыр что-то я один раз брала. Видимо, не тот брала, который надо. Что-то как бы он мне не нравится. И поэтому я взяла обычный плавленый сырок «Дружба». Но, скажу вам, хорошего качества и не дешевый. Где-то вот эта пачечка, сколько он, где упаковочка у меня, 90, наверное, грамм, около 50 рублей. Хороший такой качественный плавленый сыр. Можно, конечно, заменить и моцареллой, я думаю, но у меня вот такой сыр. И еще будет один ингредиент, который я добавлю в конце. А пока оставайтесь со мной, как я буду нарезать. Ну, естественно, лучок нарежу мелкими такими кусочками, не очень крупно, полукольцами огурчики нарежу на четвертинки, на такие долечки помидорки, яйцо, сыр мелкие кубики. Ну, все, буду нарезать, начну с лука. Можно еще добавить укропчик. Я, наверное, добавлю свежего, я не купила, добавлю мороженый укроп. Думаю, тоже будет вкусно. А какая заправка, это тоже в конце я вам расскажу. Оставайтесь со мной. Меня все время удивляет, вроде бы короткое такое видео. У меня-то принцип такой смотреть полностью видео. А потом смотрю статистику. Боже ты мой, как смотрится видео. Я считаю, что лучше совсем не заходить, если, как сказать, без принципов люди, то совсем не заходить на эти минуточки. Ну, хотя я не в обиде, каждый, конечно, это не всем интересно. Но поддержать иной раз хочется. Так, лучок нарезала. И буду нарезать. Не буду занимать ваше время. Пусть видео будет не очень длинным, но буду потихоньку нарезать сама за кадром. Нарезала томатики вот так четвертинками, половинки огурчика, полкружочка, яйцо вот такими четвертинками. Лучок посолила черным перчиком, приправила. Посмотрите, какая игра красок. Посмотрите, красота. Посмотрите. Так, сейчас буду еще нарезать огурчики и помидорчики. Пусть будет большой, много салата. Все основные ингредиенты нарезаны. Сыр. Сейчас укропчик добавлю. Вот такая красота получается. Сейчас лимонным соком еще приправлю. Так, лимонным соком приправлю и добавляю основной ингредиент, который я говорила будет в финале. А это у меня остатки вяленых помидор. Они у меня не крупно тут нарезаны уже. Вот такая красота. И всю заливочку, которая настоялась, масло с чесночком, с перчиком. Все перемешаю. И вы знаете, когда это все подружится, томаты вяленые с этой своей
заливкой масляной отдадут все вкусы. Салат зазвучит по-новому и будет очень вкусный, я вас уверяю. Я очень жалею, что томаты мало сделала вяленых, потому что салаты из них с добавлением их вот в такие салаты, они очень вкусные. Маленько сейчас нужно настояться этому салатику, и можно пробовать. Уже сейчас маленько уже начинает пропитываться, и очень вкусно. Так что вот такой простой, незатейливый салат, в котором простые рецепты, простые ингредиенты. Очень вкусный. Впереди праздники, он на праздничном столе. Отличное блюдо будет. А сейчас говорю всем пока. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Я всем гостям рада.